Рада вас приветствовать в таком прекрасном помещении. Я сама получаю удовольствие от того, что я здесь нахожусь, и что я вижу результаты той работы, которая проводится сегодня в крепости. И я думаю, что вы увидели, оцените и сделаете выводы. Саме з таких слів почала зустріч з журналістами очільниця міста Алла Гінак. У своєму виступі вона відмітила, що досягнути позитивних результатів вдалося завдяки спільним зусиллям місцевої і обласної ради та керівництва КП «Фортеця». Як підкреслила мер, 20% від прибутку підприємства буде направлено на облаштування прилеглої території біля фортеці, а решта грошей – на реставрацію. Що стосується осваювання цих 20% від прибутку, Олександр Владимирович, я думаю, додав. Мы обсуждали эти вопросы, есть разные проекты, они достаточно дорогостоящие, но я думаю, что при правильном подходе вполне возможно, что и город внесет свою лепту в то, чтобы не только использовать деньги, заработанные в крепости, но и все-таки город и городской совет, я думаю, что поможет. Який саме проект планують реалізувати щодо облаштування прилеглої території біля твердині, розповів керівник КП «Фортеця». Олександр Морозов каже, що, можливо, там з'являться не тільки зони для відпочинку, але й МАФи. Сейчас вот разрабатывается, я уже могу вам показать, это то, что называется 20% прилегающей территории, то есть сегодня уже есть картинки, это пока есть визуализация, то есть при входе, вот если вы обратите внимание, при входе это будет рассматриваться. То есть это будет предоставлено, вот есть устройство тротуара, которые будут подходить на подходе к крепости. Журналістів цікавило питання щодо дозволу з боку Міністерства культури на проведення робіт з утримання деяких приміщень та споруд на території середньовічної фортеці, адже мова йде про збереження пам'ятки. А он будет этот проект согласовываться с Минкультом? В принципе, был большой скандал в свое время в 2011-2012 году. А без этого никак нельзя изменить его? Да, но насколько вот есть, например, согласование, потому что город был мастеров по этому металлическому шиферу на Сургаузе. То есть без Минкульта металлическому, есть? Подождите, металлический. Ну, этот шифер металлический, человек какой-то. Металлический шифер? Нет, не металлический. Первый раз слышу вообще. А цементная кладка возле дерева. Вообще вот эти работы, они согласованы, вот есть согласование с Минкультом? Конечно, значит, я вам объясню, значит, все, что касается, давайте я вам просто определю. Значит, все, что вы видите, это на территории, это темчасовые споруды, которые были согласованы. Все, есть разрешение, поэтому мы вам все покажем, расскажем. Здесь ничего лишнего не делается, не переживайте. Памятнику, так сказать, не причиняется сегодня вред никакой. Також однією з тем прес-конференції були питання, які наразі обговорюються городянами та представниками наукового світу. Це археологічні дослідження, які проводяться на території фортеці. Ця експедиція, вона направлена в основному на дослідження внутрикріпосних об'єктів середньовікового часу. Для того, чтобы внутри крепости, ну, во-первых, я хочу сказать, что прежде чем приступить к работам, мы сделали программу совместно с университетом педагогическим Ушинского, программу по развитию, музеификации и реставрации крепости. Программа эта рассчитана на 15 лет, и она была утверждена на ученом совете Института археологии Национальной академии наук Украины, и сейчас находится в Министерстве культуры на рассмотрении. Наразі археологи працюють над дослідженням колишньої султанської мечеті. Також Олександр Морозов повідомив, що турецькі вчені зацікавлені у подальшій співпраці. Ми определились, що в ближайше час на території нашої крепості буде турецькою стороною предоставлена, тут у нас буде предоставлена виставка періоду Османської імперії. Тобто я хотів би сказати, що це великий вклад в начало международных проектов, которые будут дальше продолжаться на территории крепости. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.